по статистике, многие женщины от усталости сходят с ума. Не позором, базаром развенчан сумасшедшие едут дома. Тихой помощью, скорой помощью их увозят в рубашках смирителей. Виноват, прости, стонущий, присмиревший подавленных нитей. И живут на краю города, в корпусах за глухими заборами, некрасивые и не гордые, не причесанные и не нарядные. Им мужья передачи приносят, детям врут, что они отдыхают, они больше не требуют, просят, они больше не плачут, вздыхают, и мужчинам дают указания, чтоб питались и чтоб не терзались, осторожно по улицам шли.